Сома не зря выкопала этот ход. Сделан краской. Здесь капли желтой краски. Потайной ход ведет в длинный дом. Кто-то отметил его желтым крестом, а затем впустил чужаков внутрь. Похоже, предатели пара разбойников вышли здесь и направились к берегу. Кто-то не поленился принести бодейку с желтой краской прямо к берегу. Быстро покрасил стоявший здесь драккар, а затем уплыл. Не без помощи союзников.
А ну, стой! Ничего не видела в ночь нападения? Только Лива. Он храбро сражался. Знаешь, он вырезает стихи на каждом своем дракаре. Он и мастер, и скальд. Где дракары теперь? Сгинули в тумане Фенских болот. Если б я могла их там отыскать. Ведь им просто нет равных. Лив был бы так счастлив. Еще бы. Удачи тебе. Вновь кипит жизнь. Сама не теряет времени. Чем я могу помочь? Наверняка пригодится. Рада помочь с запасами. Очень хорошая вещь. Отличный выбор. Да, будешь привлекать. Это все? Мне уже пора. До встречи.
Дан, подойди. Чего ты хочешь? Похоже, ты хороший боец. Но решишься ли ты на битву, какой еще не видел? О чем ты говоришь? Об ужасной, чудовищной, бестелесной силе, которую боятся все в этих краях. О Фергале Безликом, ужаснейшем из мастеров лютинга в Грэнтабредшире. Рифмач? Это все? Те, кто сомневался в Фергале, умолкли навек. Ты бросишь ему вызов? Я встречусь с Безликим. Боже! Ты храбрее прочих. Или, может, глупее? Идем, я дам тебе ключ. Вот ключ от логова Фергала, что ты видишь перед собой. Это дом? Нет, это логово кошмаров. Обитель смерти, откуда мало кто уходит невредим. Смерти? От простых слов? Ну, иди. Да хранит тебя Бог. Новая жертва! Кто осмелился бросить вызов мощи Фергала Безликого? Эйвор из клана Ворона. Эйвор из клана Ворона. Мой обед. Очень скоро мои речи выпустят тебе кишки. Думаю, я переживу. Я сам Фергал Безликий, я умен и силен. А ты нет. И уродство твое хуже лишь твоей трусости. Лица моего ты, наверное, страшишься, если уж на то пошло. Прости, ты уже начал? Да, конечно. Я сказал, что лица моего ты страшишься. Похоже, ты попросту рифмы боишься. Ха! Думаешь, в рифмах вся соль, правда? Ну, если в этом соль, тогда изволь. Я очень смел, я в стихах умел. И без долгих дел докажу тебе, как я преуспел. Твой язык грубоват, а ум туповат. И я буду рад дать тебе подзад. Для мастера выпад такой слабоват. О, это была ошибка. Готовься, я раздавлю тебя. Я острословие, мастер. Я стихами рожу. Я хитрее крыс. Я умен, как лис. Я, как ястреб, падаю вниз. Я свой дар докажу. Наповал поражу. И стихами тебя... поражу. Если ты поразишь меня словом, я охотно о том расскажу. Ты... Нет. Я... Погоди минутку. Я... Мне надо подумать. Подожди. Ты Фергал Безликий? Или Безязыкий? Нет. Жди. Я нанесу тебе... Страшный удар. Страшный. Фергал? Ты где? Thank you.
ладно. Сюнин, укажи путь.
волосы и ногти растут, даже если тело остыло. Сама видела. Не может быть. По-твоему, в тех, кто давно умер, еще теплится жизнь? Нет, зато в них теплится смерть. И зловонный дух стремится покинуть мертвое тело любым способом. Эйвор, мой могучий друг! Тут рядом укрылись люди Вигмунда. Мы перебьем их всех. Прям-таки всех? Чем меньше в шерсти в шее, тем меньше киска чешется. Вот как я считаю. Тебе нравятся другие друзья Сомы? Галин и Лив? О, Лив зверски притягателен. Так и хочется, чтобы он облапал как следует, а потом уснул на груди. Он все вопит о чести. Но благородные люди не устраивают пожары, чтобы геройски потушить их. Галин – мастер думать мрачные думы. И сразу весь такой важный, просто прелесть. Как ты присоединилась к Соме? Я приплыла в Англию раньше Гутрума, Ивара и Убы. Возила товары, обманывая и саксов, и данов. Я лгала, крала, получала в нос. Было трудно, но я научилась терпеть боль. Я над ней смеялась. Сома разглядела во мне не просто торговку. Я оказалась полезна не только себе, но и ее замыслам. Другие не верили тебе, а она сочла тебя достойной. Да. И за это я ее люблю. Впрочем, я люблю в ней все. С тобой людям становится веселее. Должно быть, с вами тоже? Умея читать чужие мысли, жизнь стала бы ужасно скучной. Но Соме кажется приятно быть со мной. Быть с тобой? Просто быть. Не так, как мне хотелось бы. Видишь ли, смех помогает смириться с горькой правдой. Радость жизни, вопреки страданиям, это бунт. Так и день пройдет, а саксы упорхнут из гнездышка. Надо нам подобраться поближе. Моих людей позовем, если что-то пойдет не так. Должно быть весело. Славно, что мы рядом. Лучше держись подальше. Вдруг поставлю тебе синяк. Ты лишишься локтя раньше, чем он появится. Нужно быть осторожнее.
расшили гнездо. Не теряем бдительность! Придаст мне сил!
Что ж, это все. А, люблю тишину после резни. Если б не запах дерьма в штанах врагов. Thank you.
Ты славно сражалась, Берна. Заигрываешь, Эйвор? Что делаю, прости? Расслабься, Дрэнк. Увидимся в Грентебридже. Жрец мутит воду хуже всякой бури. Пора положить конец его лжи. Ты водил сюда в бурю? Да неужели? Эйвор! Прекрасная погода, да? Сама сказала, что ты здесь, Лив. Что ты задумал? Избавиться от священника, что всюду славит Вигмунда, и охотно платит ему десятину. Сделаем так. Подкрадемся, убьем священника и вернемся к Соме. Вигмунд придет в ярость.
Как ты присоединился к Соме? Мы приплыли в Англию вместе, под знаменем Гутрума. Нас назвали Великой Летней Армией. Гутрум собрался в Уэссекс, и Сома вызвалась быть ярлом. А мне не хватило смелости. Что бы ты делал, будучи ярлом Грентабриджа? Я бы правил по-своему, придавая меньше значения словам Бирна и Галина. Не доверяешь им? Дело не в этом. Просто Бирна увязла в грязи, а Галин витает в облаках. Если бы нам всем грозила гибель, боюсь, они бы оказались бессильны перед ней. Гутрум сделал Сому Ярлскона и Грентабриджа на твоих глазах. Ты был этому рад? Соме повезло. Едва она взялась за дело, город начал богатеть, а люди танцевать. Она умница. Жаль, что мне самому не хватило смелости взять благородное бремя управления городом на себя. Но это не важно. Сома – моя Ярлскона, и я верен ей. Ни один бог не изменит этого. Расскажи, что нужно, чтобы строить корабли? Терпение и любовь. Я знаю каждое наше судно как свое дитя. Но нужны и деньги. Дерево, ткань и дорогие краски. К примеру, желтая, ее привозят издалека. Этот цвет приносит удачу. Думаю, поэтому мою краску украли пару недель назад. Воры, чтобы. Спасибо, Лив. Что ж, теперь убьем человека Вигмунда. Точно, точно. Пес Вигмунда ждет свою награду. Мои воины будут отвлекать саксов у ворот, а мы найдем священника. Что это у нас тут? Попусту.
стражников. Священник Вигмунда в церкви. Как обтесано дерево. А как они поднимали камни? Невероятно. Неужели ты решил сменить веру, Лив? Может, украдем для тебя крестик? Нет, ни за что. Просто восхищаюсь чужой работой. Вот в густах тебя и убил. Если узнают, пощады не жди.
раны оставлены оружием саксов. Теперь я знаю, где искать убийц. Славный удар. Мы быстро управились. Да, верно. Теперь я знаю, что ты ценный союзник. Увидимся в Грентебридже.